Рамазан Абдулатипов назначил нового начальника управления Минюста России по Республике Дагестан. Им стал Умар Ханип Шахманаев. Глава представил новое лицо руководителям правоохранительных органов, взаимодействующих структур и коллективу ведомства. Рамазан Абдулатипов отметил, что управлением Минюста России в Дагестане за прошедшие годы налажено конструктивное сотрудничество с органами государственной власти республики, местного самоуправления и аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации. В целом, формы и методы взаимодействия свидетельствуют о сложившейся эффективной системе, позволяющей успешно решать поставленные руководством страны и Минюстом России задачи, продолжил глава республики. У нас хорошие отношения, хорошие связи, что создает хорошие условия для качественной работы Умара Ханипа Шахманаевича на новые должности, значит, Республики Дагестан. Заместитель министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов поблагодарил территориальные органы за качественное взаимодействие и зачитал приказ о назначении. Его подписал министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов. Умар Халипа Шахманаевич, грамотный специалист. Он начинал работу со специалиста и сегодня, как я уже вам сказал, назначен на должность начальника управления. И все эти годы он проработал в системе Министерства юстиции Российской Федерации.